они не приспособлены к холодной погоде. И поэтому только вот мне кажется, и нам кажется, пожилым людям, вот с кем я общаюсь, они могут погибнуть. И с другой стороны, все-таки ведь они наверху, тут люди приходят к вечному огню, там свадебные эти мероприятия. Ну, понятно, это птицы, они сверху гадят.